Ребята, вы знаете, что на FunPay вы можете купить прохождение подземелий и Mythic Plus, причем напрямую у профессиональных бустеров и по самой выгодной цене. Все сделки проходят под бдительным надзором администрации, с которой, кстати, всегда есть связь. FunPay.ru. Всем привет! И снова разбираем актуальные события грядущего обновления 8.1. Разработчики недавно анонсировали уникальную расовую броню для эльфов крови и дворфов, и для каждой из рас также появится своя компания для ее получения. Однако внезапное внимание, уделенное именно этим двум расам, открывает для нас двери к новым сражениям, а точнее к фронтам. В этом ролике мы расскажем вам о компании «Эльфов крови» и покажем саму квестовую цепочку. Наконец, самый малопопулярный из лидеров Орды, что очень долгое время просто простаивал в столице, выходит из тени. Лортемар Терон вернулся в Луносвет после поражения Орды в битве за Лордерон. И хоть это нельзя назвать полным поражением, так или иначе, одна из столиц, принадлежавшая Орде земли восточных королевствах, утеряны. И последний оплот фракции на материке — Кельталас. Эльфы крови остались одни, и лорд-регент намерен подготовиться к предстоящей, очень вероятной войне. Именно для этого он вызывает к себе героя и приглашает составить ему компанию по местам боевой, но не славы, а скорби королевства эльфов. Чтобы наглядно понять масштабы нависающей угрозы, Лортемар ведет нас на тропу мертвых и пробуждает видение времени, показывающее самую масштабную и кровавую резню. Нападение плети во главе с Артасом. Третья война. Здесь мы увидим все ключевые сражения с нежитью. Вурдалаков, мясников, катапульты, множественных защитников и следопытов эльфов. И вишенка на торте самого падшего принца верхом на непобедимом. Самое интересное, что в качестве своеобразной тренировки нам предстоит лично биться против этих мнимых врагов. В этих воспоминаниях мы сможем впервые увидеть короля Анастериана, вставшего на пути Артаса к Солнечному колодцу, и его смерть от разящего удара ледяной скорби. Увидим также и Сильвану, отчаянно пытающуюся противостоять мощи плети, и в заключении принца Кельтаса, что расправляется с несколькими мертвецами у Солнечного колодца и собирает выживших для отступления. Все. Теперь, когда мы видели самое ужасное, мы готовы. Лортемар вручает нам доспехи ведьмаков, тех самых из стратегии, и сам облачается в новую броню и новые текстуры, тем самым получая новую модель. Что еще интересного? Эльфы пройдут ритуал очищения от скверны, и те, кто прошли этот ритуал, откроют свои глаза, сияющие золотистым, чистым светом. В том числе и сам Лортемар. Забавно, все эльфы решили проходить ритуалы и менять свои глаза. И ночные эльфы, и эльфы крови. И теперь самое главное. Умелыми людьми были откопаны на серверах Blizzard возможные будущие фронты, и Луносвет в их числе. А если смотреть на все ранее мной перечисленные события, мы можем лишь удостовериться в этом. А значит, нас ждет обновление лесов Вечной Песни, Призрачных Земель, Кельданаса и самого Луносвета. Может, наконец, спустя 13 лет их свяжут со всеми восточными королевствами и сделают доступными полеты. Очень ждем. А на сегодня все. Как только появится интересная информация по линейке дворфов, мы сразу сделаем ее разбор. Что вы можете сказать насчет эльфов? Как вы видите фронт? Получится очень забавно, если Альянс поведут Алери и Турулеон, что во Второй войне вместе с Лортемаром защищали Кельталас от орков, а теперь лорд-регент вынужден уже защищаться от своих бывших союзников. Спасибо всем за просмотр, до встречи!